Так, всем привет. Вроде записывается, вроде не записывается. Честно говоря, не очень шарю я в этом Sony Vegas, потому что я пишу это отдельно. Вот. Решил записать игру, значит, на Виспе. Висп — это мой любимый герой, наверное. Ну, если не любимый, то один из любимых. Так точно. В общем, суть видео в том, что игра получилась очень динамичная, я решил просто записать, поделиться с вами. Также в конце отвечу на парочку ваших вопросов, которые постоянно мне задают. Так, какие-то траблы. А, это на записи, сори. Так, в общем, я хотел сказать, что Висп — это такой недооцененный герой, по моему мнению. И зря люди его не пикают, потому что герой очень хороший. Потенциал у него просто огроменный, то есть на любой вкус можно его собрать. Там, в танка, в инициатора, в кэрри, в саппорта. Но я лично собираю в саппорта, наверное. И в какого-то такого нюкера, убийцу. Или даже кэрри, я не знаю, ну вот что-то такое убийственное. И перед началом каждой игры я стараюсь писать: вот я не в саппорта. И все сразу начинают возмущаться, что вот, какой плохой висп. Не в саппорта, репорт тебе. Ну, конечно, не всегда эта вот тактика срабатывает — собираться не в саппорт, но и в саппорта собираться порой нет такой нужды, на самом деле. Иногда и без этого можно справиться. При том, что если ты убиваешь кого-то постоянно, у тебя постоянно есть деньги на те же самые варды, там, меку какую-нибудь. Вот, поэтому на виспе я люблю какой-то смешанный тип игры, но при этом очень активный. Но Висп не подойдет для людей, которые любят однокнопочных героев, которым нравится какая-то сложность вообще в игре, постоянный контроль чего-либо. Но мне это как-то доставляет какое-то удовольствие и, мне кажется, прибавляет динамики игре. Вот. Сам я играю на мышке, поэтому мне очень сложно бывает иногда все сконтролировать, все вовремя прожать, но... Не знаю, я получаю огромное удовольствие от игры на виспе. Вот. Изначально я собирался, наверное, в саппорт, а потом стал экспериментировать. И вот недавно совсем я наткнулся на канал человека по имени Васины Дэнди, и он там показывает свою сборку виспа, и как-то, не знаю, меня это вдохновило, я стал пытаться также собираться, добавлять что-то свое, и... В итоге очень даже неплохо получается и приносит огромное удовольствие мне. Также Висп очень хороший герой для сейвов, как вот, например, нововышедший Оракул. Если, мне кажется, их в паре взять для саппорта, мне кажется, можно выхиливать просто нереальное количество дамага там в одного перса. Поэтому... Оракул тоже недооцененный герой. Почему-то я сам на нем играю и не часто вижу, чтобы на нем играли. Не знаю, может, опять же, количество кнопок пугает людей, я не знаю. Вот. Хотел спросить у вас некоторые вещи. Но сначала отвечу на ваши некоторые вещи. То есть, после... того, как я выложил видео с Арканой, все начали просто в личку мне спамить в прямом смысле этого слова вопросом, когда розыгрыш Арканы. На что я иногда даже не отвечал, потому что ответ есть в самом видео. А ответ таков, что когда будет больше 150 участников, тогда и разыграю. Сейчас где-то 100 человек конкурсы участвуют, и то половина там по-любому что-то неправильно сделали, поэтому некоторых я буду
отсекать, так сказать. Плюс очень странно было то, что многие пишут свой Skype, Steam, ссылку на ВКонтакт. Не знаю, мне кажется, это излишне, потому что на YouTube есть сообщение, и я как бы просил туда писать. Здесь какую-то тупую штуку я сделал, на самом деле, видео. Зачем-то отцепился от Тераблейда. Вот. Также меня спрашивают, когда будут все другие розыгрыши и вообще будут ли они, почему их не было. Не было их, потому что у меня не было желания, потому что у меня в жопу взорвало от того количества одинаковых вопросов как раз по поводу этих самых розыгрышей. Плюс в жизни кое-какие траблы были, плюс проблемы с учебой, с работой, со всем, чем только можно. Поэтому не было времени, так сказать, за всем этим следить в первую очередь. Делать это, в принципе, не очень долго, но все равно энергозатратно, я бы сказал. Вот. И я, конечно же, начну это все делать в скором времени. Пока я вот запустил конкурс Арканы, сейчас вот это видео выложу. И я больше собираюсь переходить на YouTube, то есть делать конкурсы на YouTube. То есть ВКонтакте они не прекратятся, то есть наоборот возобновятся, но я упор сделаю на YouTube. Вот это красивый сейф, очень понравилось. Даже чувак не увидел связки, потому что это было настолько быстро. Я не знаю, как я это сделал, честно. Повторить вряд ли смогу. Вот, и, наконец, вопрос, который я хочу вам задать, это чем вам нравится Dota и вообще сколько вы играете, чем она вам не нравится. Ну и, в общем-то, наверное, все. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, там, я не знаю. Я не фанат этой фигни разной, но будет, наверное, приятно. Вот. Оставляю вас досматривать видео и пойду делать себе чай, там, я не знаю. И открывать дверь, конечно же.